Так, всем привет! Продолжаем генерацию рисунков, портретов, детских рисунков. И сегодня у нас вот такой необычный промпт. Это будет портрет медицинской сестры 19 века. Это будет рисунок карандашом, ну и далее яркие цвета. Я почти во всех вот рисунках, которые задаю искусственному интеллекту, указываю, что это яркие цвета. По-моему, вот достаточно интересно выходит. Ярко, красиво. Ну и кому нравится, пожалуйста, скачивайте бесплатно. Давайте отправим запрос сейчас и посмотрим что он нам создаст всегда интересно что вот когда мы словами описываем наш запрос всегда интересно что он нам создаст всегда это неожиданно всегда это что-то интересное получается вот поэтому ну и вы можете свои предложения соответственно предлагаете. для генерации изображения лучше буду отбирать и генерировать на основе их изображения с указанием обязательно автора так, смотрим, что он нас генерировал. Вот. Такую он нам сестру милосердия сгенерировал. Я, честно говоря, не знаю, похоже ли это эта форма, это соответствует э, сестры милосердия, медицинской сестры, либо нет. Кто знает, пишите в комментариях. Но в целом портреты достаточно интересные получились. Посмотрите, какая красота. Давайте откроем поближе. Вот такие портреты у нас вышли. Вот пожилая женщина, вот такая до среднего возраста. Вот две девушки молодые. Э, поэтому вот достаточно интересно, то есть вот такое еще разнообразие получилось. Давайте еще поближе рассмотрим. Вот. Ну и напомню, что скачивать вы можете абсолютно бесплатное изображение. Информация есть под видео, предлагайте свои идеи. Ну и буду благодарен за лайк, репост, рекомендацию видео друзьям. Переходите на блог, там есть больше изображений, которые не входят в видео. До связи, пока!